Сегодня и завтра по всей стране выпускники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Это единственный предмет, который нужно сдавать всем будущим абитуриентам вузов. В Чувашии в этом году заканчивает школу около 5500 11-классников. Школа номер 59 становится площадкой для государственной итоговой аттестации уже не первый год. Сегодня сюда пришли более 170 выпускников. Все они хотят поступать в вузы, и русский язык для них обязательный. Переживают и учителя, и ученики, ведь это оценка совместной работы за многие годы. Весь год ходила на дополнительные занятия. В школе также на подготовку ходила. Многие ребята планируют поступить в технические вузы, но правильную русскую речь никто не отменял. Я готовился на уроках в школе и на курсах в интернете. Профильная математика, обществознание и английский язык. Мне интересна эта сфера, и я хотел бы в будущем работать в ней. Помимо русского языка я готовился к профильной математике, физике и информатике, потому что, скорее всего, эти предметы будут связаны с моей будущей профессией. Мне хотелось бы быть инженером-проектировщиком. Я планирую поступать в МИФИ либо в Бауманку. Пандемия второй год диктует свои правила. Одноклассники и друзья стоят в полутора метрах друг от друга. Социальную дистанцию соблюдают и в аудиториях. Паспорт, ручка и вода. Ничего лишнего. Кроме реальных наблюдателей, в помещении есть и виртуальные. Экзамен сдавали 10 старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья. Это ребята с нарушением зрения, с нарушением слуха и речи и с другими заболеваниями. Для них созданы особые условия, особый кабинет с сопровождающими, а не медицинские работники с ними находятся. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Ребята настроены на хороший результат при сдаче экзамена. Поток разделили на два дня. Кто-то будет выполнять работу завтра. Результаты школьники узнают только 22 июня. Впереди у них сдача других экзаменов. Екатерина Шеверова, Юрий Марков, Республика.